Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. При составлении гардероба зрелые женщины опираются не только на рекомендации стилистов, но и на индивидуальность и потребность оставаться стильной. Совершенно не обязательно ставить на себе крест и облачаться в скучную одежду. Для ежедневного образа можно выбирать практически любую практичную комфортную одежду. Например, не забывайте о самых простых джинсах. Выбирайте модели без декора, классический крой, откажитесь от излишнего декора. Ни в коем образе не стоит отказываться от женственности и романтичных нарядов. Юбки и платья придают образу нежных ноток. Беспроигрышными вариантами можно считать миди. Юбки нейтральных оттенков – идеальное решение. Они комбинируются с любым верхом – беж, черный или белый. Хорошо смотрятся с чем угодно. Иногда хочется выглядеть очень заметно и броско. В зрелом возрасте совершенно не противопоказано носить розовый, желтый, красный, синий или зеленый. Главное, чтобы тон был благородным и дорогим. А если вы выберете яркий монохром, вы будете неотразимы. Молодежные вещи традиционно считаются неподходящими для женщин зрелого возраста, но выбирайте их нужно, правильно. Кроссовки, джинсы, спортшик гармонично выглядят на дамах элегантного возраста. Не стоит ставить на себе крест, не ставьте себя в строгие рамки. Образы должны быть вам комфортны. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!